Девочки, здравствуйте! Приветствую вас на своем канале «Серебряная лилия Уфа». Сегодня хочу показать новинки, украшения ручной работы с натуральными вставками. Производство Армения будет и российское производство. В самом начале видео хочу сказать, что для заказа либо по всем интересующим вас вопросам вы можете написать, либо позвонить на номер, который вы видите у себя на экране. Звоните, пишите в удобное для вас время. Я отвечаю в удобное для себя время. В телеграм-канале я выкладываю фотографии украшений с ценами. Ссылку на телеграм-канал я оставлю в закрепленном комментарии под видеообзором. Начнем. Хочу начать показ вот такого вот колечка. Оно идет без сережечек. К сожалению, серьги забрали. Колечко, видимо, оставили на выставке, потому что 17 размера. Размер небольшой, но я думаю, что кому-то в любом случае понравится, потому что не может не понравиться такое кольцо. Кварц-волосатик. Посмотрите, как оно переливается. Просто чудесный кварц-волосатик. И кольцо очень красивое, выполнено очень красиво, все сделано. Такое фактурное серебро, оксидирование и элементы золочения. Размер 17, 6160 рублей. Кварц бесподобный здесь подобран. Следующий комплект, также кварц-волосатик. Здесь уже серьги с подвесной частью, комплект. Ну, тоже очень аккуратный, нежный комплект, тоже очень красивое исполнение, ручная работа. Оксидированное серебро с элементами золочения. Штифт занижен на пару миллиметров. 6,2 грамма весят серьги, 5320 рублей. Кольцо 3720 рублей, оно есть в 19 размере и 18. Размеры колец можно увеличить, либо уменьшить при желании. Если кому-то эта услуга нужна, мы периодически возим украшения. У нас в городе есть очень хороший ювелир, который увеличивает, либо уменьшает. За эту услугу он берет 750 рублей. Периодически переделываем, допустим, из колечка кулон. Такие тоже услуги оказывает. Следующий комплект тоже кварц-волосатик и тоже очень красивый. Хороший, подобран. 7 грамм весят серьги, 6100 рублей. Кольцо 4480 рублей, 19 размер. Штифт занижен. Работа очень красивая, конечно, красиво выполнена. Не крупные, такие аккуратные комплекты. Потому что очень часто бывает, что у Армении украшения очень крупные и тяжелые. В данном случае украшения можно носить и каждый день. Следующий комплект тоже. Посмотрите, какой красивый кварц. Очень интересный дизайн. И кварц красивый подобран. 9,5 грамм весят серьги. 7720 рублей. Кольцо 5200 рублей. 19,5 размер. Штифт занижен буквально 1-2 мм. Очень много места для мочки. То есть и на завышенный прокол подобная модель. Хорошо подойдет. Серебро толстое, крепкое, добротное. Красивое, фактурное. Так, с кварцем волосатиком разобрались. Следующий комплект. Это жемчуг барокко. Очень красивый, добротный, огромный комплект, объемный.
Смотрите, как красиво он выполнен. Шикарный, конечно, комплект. И жемчуг очень красивый. Работа шикарнейшая. 18,5 грамм весят серьги. 13400 рублей. Штифт занижен на пару миллиметров. Так, кольцо 8840 рублей и кулон 7600 рублей. Кулон весит почти 9 грамм, кулон весит, кольцо весит 11 грамм и 18,5 грамм серьги. Тяжелый, конечно, комплект, нелегкий. Ушко у кулона довольно-таки крупное, и на толстую цепь подойдет, и на шнурок. И с обратной стороны красиво все выполнено. Следующий комплект. В данном случае здесь вставка агат. Зеленый агат и комплект булавочки, серьги-булавочки, одни из наших любимых. Шикарная стильная модель, очень красиво они смотрятся, и агаты красивые, зеленые. 9 грамм весят серьги, 7720 рублей. Кольцо 18,5 размер, 4840 рублей. Здесь также оксидированное серебро и элементы золочения. Шинка тоже толстая, крепкая. При желании можно будет увеличить либо уменьшить. Такой же комплект. Булавочки, но здесь уже вставка кианит. И кианит очень красивый. Он здесь красиво подобран. Переливается. Очень похож на чароит. 9,7 грамм весят серьги, 8200 рублей. И 18,5 размер колечко, 4960 рублей. Модель, конечно, очень красивая, стильная. И с обратной стороны красивое исполнение. Шикарно. Так, следующий комплект. Это у нас лазурит. В этой модели лазуриты еще не приходили. Первый раз. Так, лесочка. Здесь асимметричные серьги. И очень красивый лазурит с такими вкраплениями, сверкающими. Красивый. Серьги весят 9,3 грамма, 7800 рублей. Штифт занижен. И кольцо 17,5 размер, 4080 рублей. Также оксидированное серебро и элементы золочения. Очень красивая модель, стильная и интересная, современный дизайн. Следующий комплект тоже с лазуритом. Здесь также асимметричная модель сережечек. Тоже очень стильный комплект. Оксидированное серебро и элементы золочения. 11,8 грамм весят серьги, 9200 рублей. Штифт очень хорошо занижен и много места для мочки. На любую мочку подойдут эти серьги. Кольцо 4700 рублей, 18,5 размер. Очень необычный дизайн.
И кольцо. Шикарное, стильное кольцо. Широкая шинка. Исполнение шикарное. Так, такой же комплект, как и предыдущий. Но здесь уже вставка адуляр. Нижняя часть, вот она такая подвесная, отдельный адуляр подвесной. Красиво выполнено, необычно. Серьги у нас идут 11,8 грамм, 9200 рублей. Кольцо 4600 рублей. Оно есть в размерах 17,5 и 18 размер. Также штифт занижен. Очень необычно. Шикарные модели, очень красивые. Так, еще один комплект с адуляром. Здесь также оксидированное серебро и элементы золочения. И реализация очень красивая. 9 грамм весят серьги, 7560 рублей. Штифт занижен на пару миллиметров. Кольцо 4720 рублей, 18,5 размер. Красивая модель. И тоже вот оно в просвете будет так вот. Так, и шинка. Шинка тоже очень красиво выполнена. Шинка. Так, следующий комплект. Это у нас хризоколла. Оксидированное серебро. Тоже красивое, да? Цвет такой шикарный, бесподобный просто. 9,3 грамма весят серьги. 4400 рублей. Штифт занижен. Довольно-таки много места для мочки. 18 размер кольцо. 3480. Сюда можно даже подобрать бусы. Скоро у нас очень большое поступление бус. Пришли авторские бусы. Тоже будем приходовать и покажу в одном из следующих обзоров. Браслетов очень много. Я думаю, что на любой вкус можно будет подобрать бусы. Следующая модель — это лабрадор. И вот такая вот небольшая россыпь. Маленькие вставки цитрины. Шикарная модель. Очень красиво. Такое вот витиеватое, напоминает. Почему-то мне хочется назвать его гипноз. Красивый, объемный, шикарный комплект. Очень хорошее здесь и занижение штифта. 17,8 грамм весят серьги. 8900 рублей. Кольцо 21 размер. 6100 рублей. Очень красивая модель, конечно. И лабрадор очень красивый подобран. Шикарный. Шикарнейшая реализация. Шинка добротная, крепкая, широкая. При желании можно будет уменьшить размер кольца. Бесподобный подобран здесь. Лабрадор очень не понравился. Иризация. Обалденная иризация. Следующий комплект тоже оксидированное серебро. Здесь лизардит. Такие пуговки, да, очень красивый тоже комплект. 14,8 грамм весят серьги, 6950 рублей. Штифт очень хорошо занижен, довольно-таки много места для мочки. Для проблемной мочки подобные серьги очень хорошо подходят. Закрывают весь прокол и перстень. Шикарный перстень просто.
20 размер, 4800 рублей. И тоже при желании можно увеличить, либо уменьшить размер. 4800 рублей. С лизардитом кольцо. И еще одни сережечки на сегодня. Это у нас вот такие вот серьги-прямоугольнички. Современные стильные серьги. Интересные. Вот они вот так вот открываются. Это нефрит. Нефрит. Весят они 7,4 грамма. 3920 рублей. Они без кольца идут. На сегодня все. Я очень надеюсь, что вам понравились наши новинки. Будем рады вас видеть у себя в магазине и на страничках в соцсетях. Всего вам доброго!